No pit stops, no strategy. It's all about the pace today. Qualifying day here at the Hungaroring for the Hungarian Grand Prix. Это дождь. Крутой дождь на сликах. Через 10 минут пойдет. Теперь через 15.
expecting rain in about 10 to 15 minutes. Опасно, за это чё не... Потому что хочешь получить его пост министра. Неужели думаешь, я не вижу твоих амбиций? Когда я стану министром, я смогу вам лучше помочь, не так ли? Я много слышал о Томе Пингале, когда был на границе. Ready? Let's get it out there. Вообще ни одного улучшения. Буду накрасить дождь.
лучше я не проеду, учитывая, какие у меня сейчас обстоятельства. Моя операция с ним. Не следует. Ты будешь моей. Эй, вы. Отнесите ее в мою комнату и свяжите. Слушаемся. Конечно, надо было сейчас повиснуть. Или я пришел. Дождь там пошел. Улица. Я вообще не здесь, не про тебя. Да. Необычные люди. Слушай.
тебя тоже нет, генерал? Дом Пинкан сейчас окружен. Я думаю, что ты все еще здесь. Нормально. Показывают слики. Несмотря на то, что у меня их вообще больше нет. Что вы стабильнее? Тянет вечно без питов. Understood. Stopping this lap.
Сири, Замфей прямо впереди. Этому строгу, такому строгу, ничего не дали, потому что опять он выехал из питов, и я ему в задницу въехал. Ты действительно бессмертна? Это повозка министра Фэна. Вы что, ослепли? Убирайся. Нет застав... Ну, я попробовал промежуточные. Они не работают. То есть они не перегреваются, но они и не работают. Потому что у меня сликов свежих больше нет. Подожди.
Нормально. Что ты можешь сделать, чтобы помолиться о дожде? Господин, вам больше не нужно молиться о дожде. Сегодня ночью пойдет снег. Засуха перестанет быть проблемой. Пойдет снег. Вышвырните его прочь. Господин, пожалуйста, поверьте мне, это небесное явление встречает очень много. Мой господин, поверьте мне, пожалуйста. Сегодня ночью точно выпадет снег. Пошел вон. Мой господин, Убирайся. Пойди и посмотри. Вон. Слушаюсь. Мой господин, выслушайте меня. Ходи быстрее. Выслушайте, господин. Кто здесь шумит? Это мешает его высочеству писать молитвы. Госпожа Цин, пожалуйста, не вините меня. Этот парень несет чушь. Я как раз собирался вышвырнуть его вон. После. Госпожа, пожалуйста, поверьте мне. Сегодня ночью будет снег. Я готов поклясться жизнью. Он выглядит таким уверенным. Почему бы вам не позволить ему остаться до ночи, чтобы проверить прав ли он? Как такое возможно? Так, ну я обсуждал. Я беру мотор. Мне важна твоя безопасность. Полностью новый мотор. Без коробки. Что так следы охренеть, что все туда прямо, я по траве ехал, по траве кто-то ехал. 14 corners then for our drivers to navigate at the 2.7 km. Показали ракурс там. Следы от того, кто типа ехал, есть по дороге, а есть по траве, там было там гравий, кто там ехал. О, я вижу такой старенький участок на карте.
Это же третий сектор другой был. Чего он забыл на первом месте? Оскар Пиастри, Сонода, Окон, Гасли, Леклер, Верстаппен, Магнусон, Александр. Нифига себе, где ты Ricardo. Почему я 12-й? Почему у меня штраф написан? Я ж ничего не брал. Да у тебя ж 5 позиций. А, я не успел забыть об этом. Я прошу, если за 12 место. Еще вместо того, чтобы брать бесконечные штрафы в конце, они теперь стали рандомно где-то брать эти штрафы. Заранее. Я правда на 12-м месте. Every driver certainly has their own way of controlling the race. But I can tell When I was in car, every wheel in a specific sequence before I got into the cars. And then I stepped up to cars and had... В смысле, я на 12-м месте, я же мотор долго взял. Это такая... Берешь штраф, и при этом ты на том же месте, где и был. А при этом тебе сейчас написано штраф, там сколько-то позиций, но ты стоишь на своем месте. Это типа зал как подкупает ФИО. Типа мы поставим новый мотор, но остаемся при своем. Не. Сколько лет уже этой игре? Этому движку практически 10 лет. Все одно и то же. Они что-то добавляют свои старые баги, все исправить. Ну никак не могут. А, да это такое еще исправление. Сколько уже было патчей, кстати. А эта проблема так и не исправлена. Здесь сейчас в строчке покажут, что я с 20-го. Мне даже стачки не показывают. Ну, я беру такой выбор на будущее. Ну, как только ты прекратишь их сдерживать, до кого я там успею добраться, я буду их держать. Уже в ответ. Она хоть раз попробует, не как все. Ты так делаешь, но это у тебя это получалось. Да, я думал хард взять, но... Тут же такая особенность. Свежие шины сильнее работают. Да. Вот именно на этой трассе вот эти свежие шины аж так хорошо работают. Если царь у меня выбит, я его тоже в ответ выбью. Потому что он достал уже. Да, 22 позиции штрафа. Ну так высоко стартовал, в итоге я его объехал.
Все на том же восьмом месте. Там видно, что Альпин держит их, но ну, что толку? Можно, пожалуйста, не срезать. Мне сказали, я нахожусь в грязном воздухе. Ничего, что я в двух секундах позади. Это проблема. Перес. Yeah.
Я думаю, круг восьмой стоп. По крайней мере, попробовать окуну хотя бы обойти. Чего все тянет влево? Че ты не можешь вправо что ли залезть? Сколько смог. Thank you.
16.3 seconds. Скажите мне, пожалуйста, что не так с этой машиной? Тут же прямых практически нет, почему опять топливо, блин, расходуется? К сожалению, я одну позицию потерял. Сейчас бы красный флаг. Тебе их бесполезно держать. И все равно сейчас в традиции Великобритании накатом ехать. А ты сливал? Я чуть-чуть слил. Не так сильно много, но чуть-чуть. Такое ощущение, что мне не то что сливать надо было и... как будто доливать еще надо было. Ну, справа проблема.
than we were expecting. That was our last stop. No more scheduled pit stops. Let's go. Okay, Pastor. We want to make sure we're saving some ERS, so let's try and charge it up now. Ну что, Сильверстоун, повторение. Мне еще мне задание дали, сэкономим топливо. Видимо нет, у меня же отвалилась опять машина. И опять он. Чего вам не нравится, я сэкономил столько топлива? Ну как сэкономил? Плюс 0,10.
Да, весело ехать 1.29. Жаль, что мне делать? Я не могу с тобой бороться, иначе задерживай был. Хотя, как правило, убьют. То надо скажет, офигеть. Нет, сейчас такой мешать будет. Да и позицию тебе не вернуть. Слишком опасно. Там желающих много. Где Сэмпт? Я заметил, что у меня пилот вправо смотрит, а он-то идет влево. Thank you.
Ну, по 1.016 должно хватить. Проклятие восьмых мест. По крайней мере, впервые с МО двумя машинами. Так, получается, она начала брать. Ну ладно, если можно там... Можно еще бы лучше, наверное, сработало, если бы у тебя не было проблем с топовым. Когда я лидеров, я бы мог бы их там сдерживать хоть до самого финиша. Ну, андеркат у меня что-то не сработало, наоборот, я позицию потерял. Он реагирует раньше, чем по плану должно было. Ну хорошо, что я отрываюсь на ведре. Цель тоже рядом, 61. Сильверстоуне, ладно, возможно, может контакт какой-нибудь, мне может там что-то продырявил, и может была какая-то утечка топлива, там где Хонока там. Но здесь я ни с кем не сталкивался. Да ладно, Пиастри выигрывает гонки, а я его сейчас по рейтингу опередил. Он две гонки выиграл. А, опыт дали. А, я что, 50 очков набрал. Достижения в карьере тебе, думаете? Какие-то секретные обновления, типа добавляются там, скидки на секретные обновления какие-то. Где они все? Где эти обновления? Плюс 200. Плюс 200. Плюс 425. Плюс 200. Почему там 425? Типа спецбонус? Ну, наверное, за задание. У меня было два задания. Сэкономить ERS. Изучите First Accolade. Сейчас будет как у Квята. У Квята там проклятие девятых мест. Здесь будет проклятие восьмых. Да и потом посмотри, первые два круга еще как-то держишься за ними.
с третьего круга все. Поздравляем, мы набрали 50 очков. А, напоминает, что я впереди сержанта. Следующая цель. 500 очков набрать. Как называется ваша труба? Труба Дзявань. Это необычное имя. Есть ли в нем какой-то особый смысл? На нашем языке, ваше величество, это описание красивых экзотических. Монако 8. Сибирстон 8. Венгрия 8. Соперничество по-прежнему 6-0. По крайней мере, он так по квалам оконкам относительно рядом все. Просто у кого-то два подиума каких-то затерялось. Вот я понял, шестая позиция наивысшая, у меня десятая так и стоит. У меня лучший финиш 24-х место у тебя есть. Второе. А, уже 6-0. Уже, да. Уже. Ну, по очкам в два раза больше. Это ладно. Подиумы... Наверное, то... Когда будут настоящие проблемы. По гонке 7-6. Ну, в гоночном темпе рядом, в квалификационном темпе рядом. По позиции, по высокой позиции тоже, наверное, никак не повторить будет. Ну это на другой машине. Мне надо 9 очков набрать, чтобы победить. Строго такого, строго. Ну если он будет на дне постоянно ехать, восьмые места регулярно зарабатывать, наверное. Машина одноразовая. Одноразовая машина. Thank you.